Покупать на AliExpress безопаснее с Ali Tools. Рейтинг доверия продавцов. История цен. Популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Теперь я вообще не влажу, тут не весь. У меня голова только. Ребята, всем привет! Привет! Это новый влог. Не думайте, что мы о них забыли. Мы вообще о них помним, любим. Этот канал для нас очень важен, Паша Настя Лайф. Поверьте, здесь мы можем с вами пообщаться напрямую, рассказать, показать, все. Тут нету формата шоу, тут просто мы и вы, ребята, и больше никого ничего нас не ограждает. Поэтому не забываем, не отписываемся, и все будет хорошо. Совсем скоро, с лета мы начнем херачить этот канал в 3 раза сильнее, мощнее. Будем, возможно, everyday vlog вести крутой, интересный. Мы к этому уже готовы почти, ребят. Ну-ка, Настя, скажи что-нибудь. Да. И мы поехали! Не шутку. Не шутка. Ты вообще на школьника похож, 100 лет, 100 зим у нас не было, да, Настюха? Ну так ты отмажешься хоть. У нас вообще не было, ребят, мы просто ремонт делали, простите. Ремонт делали, всю зиму не выходили на влоги, да? Ты должна отмазаться, я отмазываю. А, кстати, вон Давид, вы помните Давида? Привет. Он же сейчас эти снимает про свою BMW. Да? Как, Ласточка, как зовут? Это у меня... Глеб. Беха-сеньор. Да, это, если что, смотрите. Что, как канал у тебя называется? Как канал называется? Сегодня будем Настю учить кататься на сноуборде. Но я чувствую то, что будут огромные проблемы. Да, Настюха? Она у меня девка. Нет, спортивная. Ты никогда не веришь. Умная и красивая. А значит то, что не для сноуборда девка. Ну ладно. Попробуем. Че у меня движанок? Тело. Расскажи что-нибудь ребятам. Что рассказать? Чего-нибудь? Ну сейчас ты будешь моим инструктором. Ну? Такой инструктор, который как бы не хочет кататься. Сейчас я не катался, но будет меня учить. Посмотрим, что из этого получится. Значит, вот тебя. Пошли снимаем. Итак, ребята, вот он наш склон. Он небольшой, отдельный для новичков. Не знаю, сейчас Настюха будет пробовать. Настюха как медвежонок, правда, одета. Это неправильная одежда для сноуборда. Но! Что есть, то есть. Что есть, то есть. Наклоняй на себя. Сначала эти выпрями. Настя, наклони. Крепко убери. Ставь ногу. Вторую ставь. Вы всегда с Алиной над нами ржете только. Кто сама умнее? Давай. Нет, сама все. Первая попытка Насти, она сразу же поедет. Настя! О, она уже, смотри, уже что-то получилось. Она проехала 3 метра. Настюха. Это страшно, мы же будем просто по плоскости кататься. По плоскости не поедет Настя. Блин, а давай что-то не... Итак, Давид за ней вслед, тоже пытается встать на сноуборд первый раз, ребят. Смотри! Настя, теперь поехали учиться, да? Давай. Первое, что ты должна сделать? Это я должна... Научиться кататься на канте. Так, встали, ребят. Не опускай кант передний. Ты кант передний опускаешь, он у тебя врезается. То есть на заднюю канту вправо, влево, вправо, влево. Немножко вправо, немножко влево. Сейчас в эту сторону поедь. Не в ту едешь, вот сюда. Оп, тихонечко на заднюю канту. Вот сюда едь. Так, нормально. На задний кант тихонько, в другую сторону. На задний кант, Настя, уедешь сейчас. Уехала. Попробуй проедь сюда прямо. Вот, теперь на задний.
И теперь на задний. Жопа называется. На задний жопу опускаемся. Так, ребята, мы сейчас маленько будем тренироваться. Потом посмотрим, что у нас получится в итоге. Пока что вот так. Итак, это, ребята, основная позиция Насти сегодня. Называется «Сидя на жопе». Но теперь она готова, да? Да. Да, поехали. Сейчас она покажет, чему она уже научилась. Так. Вот так. И вот так. Вот он, сноубордист-то. Вот так вот. Сглазил. Тебе понравилось? Ну да, ну только, блин, так больно падало. В общем, у нас все, батарея на камере, потому что на улице было холодно. Не получилось снять много, но там Настя просто шлепалась туда-сюда, поднималась, да? Да. Ничего особого не происходило. Второй раз мы скоро поедем снова сюда. И уже попробуем что-то поснимать, попробовать. Настя будет прыгать с трамплина, да, Настя? Ага. Приехали домой, у Наськи сотрясение мозга. Она ему представляется, что якобы все оттряслась. А я говорю: Наська, так может лучше даже, может на место хоть встанет. Да, Настя? Там все на своих местах. Нет. В общем, ребят, мы хотели вам показать, те, кто подписан на инстаграмчик-то. На инстаграмчик, те, кто подписаны, знают, что мы тут делали ремонт. У нас ведь как хата, как в 90-х, ну, в смысле, да, вот эти обои, там, не знаю, какой-то пол, там, коридор, тут все уже отвалено. Да ладно, пусть все знают, что нам скрывать-то, Настюх. Единственное, это вот. Но сейчас мы, наконец-то, начали делать ремонт. Мы начали с двух наших комнат, которые находятся здесь. Вот, и здесь уже смотрится красивая стеночка, беженькая или какая она там сиреневенькая, стены белые, пол более-менее нормальный какой-то, интересный стал. И, в общем-то, мы ушли из 90-х. О, пришла. Ты, кстати, стрёмненькая какая-то. Ну и что? А ты вообще в трусах? Ты что, совсем? Я не показал. А знаете что? Паша сделал всё сам. Да, кстати. Вот говорит мне: Настя, ты ей все сам сделал, все сам. Okay, ну, то, что я бы помогала вообще. То, что эту стенку, например, сделала я. Ну ладно, вот смотрите, это Настя сделала вот эту стенку. Смотрите, как вам? Нравится? Типа под кирпич, только он такой плоский. Ну, блин, я не рассчитала, хотела бы... Мы хотели так там поснимать, как мы это все делали, но на самом деле никакого настроения нету, когда ты сделаешь ремонт. Дела, они начали. Я ее поддерживаю. Смотрите, как поддерживать могу. Оп, поддержал. Я тебя поддерживаю, Настя. Вижу. Все, давай. Оп, ну-ка зажми. Ну и слабачка. В общем, осталось только на окна поставить наши хрени. Как это называется? Как эта штука называется? Мы сейчас поедем на шторками, кстати, можем взять вас с собой, да? Камеру. Ну, возьмем. Смотрим. Мы будем шторки, какие-то ролл-шторы или что, какой-то вариант, чтобы закрыть наши окна, потому что не хочется... Ты что в пищу ковыряешься? Ты что снимаешься, блин? Тебе не стыдно? Все, выключаю, ребят. Настя в детство пришла. Это лопатка моего детства. Где, знаете, были вот такие лопатки, нормальные. Да. А у меня вот такая. Сейчас современные лопатки, смотрите, уже из пластмассы. А в детстве у нас, в 90-е, ребят, у нас много молодой аудитории. У нас были обычные из дерева такие лопатки. У меня была. Значит, ты такой же божик. Такой секси. Короче, ничего мы не купили. Роу-шторы, да что-то не купили. Да, мы не купили. И пошли покупать Паше куртку и зашли. Футболочку. Да, футболочки смотрим. Да, на самом деле, у нас есть два вида курток. Одна нормальная, а другая на рыбалку. Но Паше нравится, которая на рыбалку, потому что она дешевле. Да. Это стоит 5000, но она неплохая, реально. Она нормальная, да. А вот это стоит всего 1000 с чем-то. Кто видел в инстаграме, Паша собирался мне на рыбалку идти. Да, подписывайтесь на инстаграм Анастасия Бурда. И там вы видите Павла. Всякую херню, которую она снимает. Там не херня, вот особенно смотрите истории, пожалуйста. Если мужик что-то купил, значит баба точно должна купить. Точно.
Если баба ничего не купит, когда мужик что-то купил себе, вот этому мужика будут проблемы. Короче, она сейчас подобрала экспериментный стиль. Вот такая вот какая-то футболка. Это вообще не женская ни хрена. И штаны, посмотрите, они блестят красные. Вот те. Совсем скоро мы вам это продемонстрируем. Ребята. Штаны не носят. Жирная тупая свинья. Короче, Настя, это капец. Твой экспериментальный стиль говно. Все, ребят. Надо было черное. Я за вас и мнение ваше говорю. И я думаю, я прав. Надо было черное. Просто говно. Че, опять тяжело? Опять тяжело? Я весь рассыпалась! Опять тяжело смотришь, да? Да мне ты достал! Вот, собирайте теперь! Собирайте теперь! Короче, ребята, челлендж. Сейчас мы покажем то, что мы купили. Одеваем только то, что мы купили. Больше ничего. Блин, так нечестно. Я только штаны купила. Все, ребят, я готов. Я купила штаны. Я купил куртку. Все. Че, к чему ты это вообще? Да. Это был новый влог, я надеюсь, что дальше будет еще продолжение всяких влогов. Главное, чтобы вы смотрели, главное, чтобы вы комментировали. Пишите, что вам нравится, что не нравится. Мы реально все комментарии на этом канале читаем. На основном нет, ни хрена не читаем. Вот, добавляйтесь к Насте в Инстаграм. Мы там сейчас ведем эти прямые эфиры. Я сегодня первый попробовал, протестировал, да? Да. Будет классно. Будет классно. Все, ребят, скоро зима заканчивается. А значит, мы начинаем нормально снимать, потому что в минус 30 ни хрена не снимается. А ты что голод, Сюша? А что? Все, давай.